Двое саровчан пострадали на дорогах за прошедшую неделю. 8 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Харитона водитель Renault Duster сбил человека. От удара пострадавший получил ушибы и перелом. В тот же день на улице Шверника пожилая саровчанка попыталась перейти дорогу в непредназначенном для этого месте, недалеко от светофора. На пешехода совершил наезд водитель автомашины Nissan X-Trail. Значит, пешеход получил у нас телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы и ушиб поясничного отдела позвоночника. Мотосезон подошел к концу, но некоторые байкеры не торопятся прощаться со своими железными конями и становятся участниками ДТП. 4 октября на улице Димитрова мотоциклист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, который ехал по главной. В результате пострадал водитель мотоцикла, госпитализирован в хирургическое отделение КБ номер 50. Всего за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 97 правонарушений. Также сотрудники транспортной полиции продолжают операцию «Такси», чтобы выявить и наказать незаконных перевозчиков. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.